Югорчане помогут макаевчанам восстановить две школы и два детских сада. Всего в перечень работ в 2023 году входит ремонт 206 объектов. Расширение списка обсудили на совместном заседании оперативного штаба и совета по вопросам развития инвестиционной деятельности Югры. Его провела губернатор Наталья Комарова. Председатель правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хаценко обратился с запросом включить в план на 2023 год ремонт сетей водоснабжения и водоотведения. Также в этом году планируется оборудовать компьютерные классы в образовательных организациях Макеевки.